Привіт, друзі! Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання, час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – сучасні біотехнології і як до них відноситься православна церква. Саме про це ми і поговоримо з нашим сьогоднішнім гостем. У нас в студії настоятель церкви святого мученика Іоанна Воїна Ірий Андрій Чиженко. Отець Андрій, здравствуйте. Здравствуйте. Благословите, батюшка. Бог благословит. Отец Андрей, будьте добры, я так смело заявила, что у нас тема нашей сегодняшней беседы – это современные биотехнологии, и как к ним относится, православная церковь, потому что, как известно, наука бежит вперед, но не всегда победа над природой оборачивается действительно проблемой. Позвольте, я даже процитирую классика марксизма-ленинизма Энгельса, который сказал, что за каждую победу над природой она нам за это жестоко мстит. Ну, дорогие братья и сестры, ну, во-первых, сердечно хочется поприветствовать телеканал «Николаев» за предоставленную возможность подискуссировать на такую очень неплохую заявленную тему, которая со времен, наверное, 18-го столетия очень остро стоит и все время набирает темпов, то есть наука и религия, да, помню, что, по-моему, в советское время даже был такой журнал, да, наука и религия, да, то есть как бы для того, чтобы как-то опрокинуть религию, для того, чтобы, ну, сегодня она не опрокидывается наукой, а, скажем так, некоторые круги пытаются ее нивелировать, в общем, сказать, что это религия, это дедушкины сказки, бабушкины, то есть они как бы, ну, где-то там остались на уровне прошлого, позапрошлого столетия. То есть раньше, если раньше это был опиум для народа, то теперь это просто сказки, да? Да, то теперь это как бы, да, опиум для народа, раньше то есть отравляло умы, а здесь это просто сказки, то есть они хотят вывести религию где-то на уровне мифов, то есть как бы, но скажем так, что церковь не была никогда против религии, я говорю о православной церкви, то есть православная церковь никогда не была против религии, она не считала колдовством какие-то научные опыты или какие-то научные изыскания как бы ученых, то есть всегда наоборот, что... То есть православная церковь не была против науки, да? Да, не была против, но если говорить на Западе, там были столкновения, да, мы помним, католиков, там, Джордано Бруно, Галилео, там, и так дальше, и так дальше. Просто, как бы, и мало того, что современная наука, она во многом подтверждает, вот, выводы Библии, подтверждается, как бы, например, книга «Бытие», «Сотворение мира». Но что хочется сказать? Хочется сказать, если говорить конкретно, и, конечно, если говорить так, то, понимаете, наука что движет? Движущая сила науки какая? Это как бы заложенное в человеке... Стремление познать мир? Любознательность, да. Вот, желание как бы познать мир, желание утвердиться в нем, желание, интерес, да, как у ребенка. А что будет, если сломать машинку? Как ее построить потом заново? Что будет, если машинку соединить с трактором? И так дальше, и так дальше. То есть любопытство. И часто это любопытство, это жажда познания в ученом, как в Творце, она может превалировать, то есть возвышаться над как бы морально-нравственными нормами, которые могут оставаться далеко позади. Но церковь, она всегда стоит на страже не собственных интересов. Церковь всегда стоит на страже не каких-то отдельных групп людей, как клерикализм, да, было такое понятие в советское время. Вот клерикализм, эти клерикалы, то есть священство, это какая-то почти мафия, там, что как бы они там блюдут свои какие-то там, как Кощей Бессмертный, там, то, конечно... Над златом чахнут. Да, то есть это, конечно, не так. Конечно, церковь всегда стояла на позициях охранения, если мы говорить об узкопрофильном, то есть церковь – это путь к спасению. Но если говорить о соприкосновении церкви и науки, церкви и общества, то церковь всегда стояла на страже охранения морально-этических норм. То есть нравственное даже не здоровье, а целостность не человека. Чтобы эта целостность человека не была нарушена. Потому что сегодня мы видим, что наука, она ушла не только глубоко в космос, но она еще ушла глубоко в ген человека, в геном человека. И часто этот поход, как мы видим, например, на примере Чернобыля, ну, то есть как бы, что радиация вылилась во что? Мы видим, что наука дала что человечеству?
Она дала Хиросиму и Нагасаки, да? Она дала как бы Чернобыль. Ну, мирный атом. Мирный атом. Дала наука, которая обернулась страшной катастрофой. Да, я не говорю о том, что как бы наука – это плохо. Мне хочется выглядеть ретроградом. Наоборот, как бы я читаю там многие научные журналы, особенно связанные с гуманитарной. Я как бы по природе не естественник, гуманитарий, но мне интересно изыскание там, в области там, археологии, в области как бы изучения языка, в области исторической. То есть, как бы, но если говорить и о, как бы научно, как бы естественных науках, то и космос нам тоже не чужд. Нам интересно, где находится Магелланово облако, и интересно, как туда добраться и сколько световых лет на это понадобится. И Солнце, какой плеяде красных гигантов или белых карликов принадлежит. Это тоже все очень интересно. И, но, опять же, повторюсь, самое главное, чтобы вот это пересечение науки и религии, чтобы религия, как бы и церковь, и наука, они всегда шли рука об руку. Точно так же, как вот, например, в византийском. Очень хорошо в византийском орнаменте было изображение, вот, симфония двуглавого орла. Двуглавый орел – это древний византийский символ. Это не символ Российской империи. Потом уже как бы она переняла это, но это очень древний византийский символ, который как бы очень активно, например, использовал очень, ну, святой император Юстиниан еще в 6 столетии, когда один орел это обозначает церковь, другой орел обозначает государство, то есть симфония властей. То есть как бы соединение, когда церковь занимается своей непосредственной задачей, то есть какой? Спасение человека, а государство или наука занимается своей непосредственной задачей, то есть какой? То есть процветание, материальное благоденствие человека. Ну да, чтобы человеку неплохо жилось. Отец Андрей, вот вы сейчас сказали, что наука все глубже и глубже погружается в ген человека. Чем это опасно с точки зрения именно православной церкви? С этой позиции хочется рассмотреть вот как бы несколько порядков. Первое, как бы те вызовы, которые стоят вот на общественных, не вызовы, скажем так, а насущные, актуальные темы, которые стоят в обществе. Это в первую очередь как бы штучное оплодотворение, да, лечение бесплодия. То есть это проблема абортов, которая тоже очень остро стоит. Это проблема генной инженерии, в частности клонирования, то есть проблема клонирования. То есть, что как бы хотелось сказать по этому поводу? Поэтому тогда сюда к этому следует отнести суррогатное материнство. Суррогатное материнство, конечно, суррогатное материнство. То есть хочется сказать о том, что как бы вот это любопытство, вторжение человека в область, как бы, скажем, святая святых, можно да, сказать, в область святая, да? Святых, она, ну, как бы человеческого генома, она чревата. Церковь, например, не выступает против штучного оплодотворения. Почему? То есть, как бы, что если штучное оплодотворение совершается семенем мужа в яйцеклетку жены, то есть и происходит внутриутробное зачатие, то есть в этом церковь никогда, она не против этого, это зафиксировано в ее основополагающих документах, потому что, то есть как бы сохраняется целостность семьи, в данном случае сохраняется целостность семьи. Нет вторжения извне. Извне, да, то есть нет, у ребенка, который родится в этой семье, у него будет папа, у него будет мама, то есть как бы у него будет как бы полноценная, полнокровная семья. Но если разобраться, то здесь тоже есть моменты. Вот я беседовал с медиками. Есть какой-то нюанс, да? Есть нюансы. Андрей? Например, церковь всегда была против абортов. Почему против абортов? Это же убийство. Потому что по догмату церкви в момент зачатия, то есть когда сперматозоид соединяется с яйцеклеткой, происходит зачатие плода, пусть он там микроскопический, то этот плод, он уже как бы является человеком по учению церкви. Он уже это начинает уже, то есть, жить. Господь вселяет в этот плод уже душу человеческую. И поэтому, конечно, то есть как бы это уже является человеком. И поэтому церковь, она всегда была, то есть блюла вот это вот как бы, чтобы не совершился аборт, не совершилось вот это вот убийство человеком человека, и тем более не совершилось страшное убийство,
то есть матерью и отцом. Это как получается отцеубийство, да? Это... Ну да, то есть оно как бы страшно еще чем? Не тем, что человек убивает человека по какому-то там естественному, там как бы, ну не естественному, а убивает человека из-за как бы территории, да, или там как бы какие-то государственные границы. Состояние аффекта или еще что-то, а здесь сознательно мать убивает свое дитя. А здесь сознательно мать убивает свое дитя, или отец убивает свое дитя в утробе. И поэтому, конечно, церковь, она была всегда против этого. И хочется сказать в этом отношении, что как бы нужно знать и нужно всегда понимать, чтобы мы ответственно относились к науке, и чтобы мы ответственно относились вот как бы к тому, что мы в этой науке несем. В штучном оплодотворении есть нюанс. Я когда вот разговаривал с медиками, там есть определенный нюанс. В чем он состоит? Он состоит в том, что как бы есть штучное оплодотворение просто, когда яйцеклетка оплодотворяется как бы сперматозоидом мужа. Но есть такой момент, когда 5 или 6 яйцеклеток берется одной женщины и оплодотворяется как бы семенем мужа. И в этот момент происходит что? В этот момент происходит то, что как бы там оплодотворяется, например, 1, 2, 3. Почему в штучном оплодотворении много близнецов? То есть могут родиться там 3, 4, 5 людей, то есть как бы, ну, 5 детей. Потому что как бы подсаживаются, они приживаются, и они потом рождаются. Но часто медики, они не учитывают, ну, не то, что не учитывают, приживаются, например, 8, 9, 10 яйцеклеток приживаются, то есть 6, получается, 9, 10 зародышей. То есть часть зародышей убивается, ну, и оставляются там как бы 2, 3, то есть наиболее живучие. Это, конечно, церковь против этого, потому что это как бы является уже абортом. То есть и в штучном оплодотворении тоже обязательно нужно православному крестьянину выбирать метод. Потому что можно стать как бы в погоне лечения бесплодия, то есть можно стать убийцей собственного ребенка, убийцей собственных детей. Вот. Ну а если говорить о таких методах, как суррогатное материнство, то, конечно, церковь всегда была против этого, потому что почему? Потому что как бы появляется некоторое третье лицо, да, ну, то есть появляется некоторое третье лицо, которое уже оно выступает как бы непонятно кем, то есть новый субъект семьи. То есть семья – это по каноническому церковному праву, это союз мужчины и женщины, который разделяет имущественные отношения и божественное право, то есть как бы уже малая церковь. Но когда в этой семье, то есть появляется третье лицо, например, вторая мама, то уже у ребенка происходит психологический сдвиг, то есть у него уже понятие семьи, оно как бы совершенно нивелируется. Но если ребенок об этом не знает, что он родился от суррогатной матери? Ну, как правило, понимаете, это хорошо вы сказали, это хорошо в теории, хорошо, но, как правило, такого же не происходит. Как правило, дети все равно узнают, как правило, все равно суррогатная мать, она является родственником ребенку, и какие-то родственные черты приобретает ребенок еще и третьей стороны. То есть и суррогатная мать, она тоже хочет, вдруг у нее проявляется инстинкт. То есть, понимаете, в любом случае, это в теории как бы так. Но в теории все идеально. В теории все идеально. Но в любом случае, то есть происходит в сознании человеческом, происходит этот сдвиг. И все равно эти стороны схлестнутся. То есть как бы все равно будет какой-то общественный резонанс, будет какая-то общественная бомба. Например, ну, как бы это довольно частое явление. Суррогатная мать, она как бы за деньги решила выносить, как бы стать живым контейнером для какого-то плода, да, для ребенка, как бы не ее. И вот она, ну, в процессе, в мере того, как она 9 месяцев носит этого ребенка, в ней что? В ней, естественно, просыпается материнский инстинкт. И у нее уже начинается психологическая драма. Внутри этого человека как бы начинается психологическая драма. И вот она родила ребенка, ей надо его отдать. Но это ребенок как бы уже ее. Вот что ей делать, как ей быть, понимаете? То есть очень много здесь вопросов, которые сдвинут, могут сдвинуть мораль. И мы вместо получения как бы развития, воспитания полноценного человека, мы в идеале в итоге получим как бы урода, ну то есть нравственного, психологического, морального, как бы
ну, не то, что не полноценного человека, а больного человека. У него уже сдвинута психика, она уже искривлена. Вот в самом начале она уже искривлена, понимаете? Она... То есть даже в самом начале этой операции, этого зарождения новой жизни уже положены какие-то сомнительные нюансы, которые обязательно повлияют в дальнейшем. И то, да, понимаете, даже церковь к штучному оплодотворению, она относится не то, что негативно, то есть она принимает его, ну, то есть как крайнее средство для зачатия определенной пары ребенка, то есть супругами ребенка, когда уже все средства исчерпаны. Но есть такое замечательное в социальной концепции православной церкви, есть такое замечательное положение, что это оно относит нас к догматике церкви, к ее вероучению, что если супруги не могут зачать и все дозволенные медицинские средства они исчерпаны, то надо бесплодие принять как крест. Бесплодие надо принять как Божью волю, понимаете, вот в чем дело. То есть это вот надо понять, что бесплодие, оно может быть не только каким-то наказанием, но это может быть Божьей волей, может быть именно на эту пару у Бога совершенно какие-то свои виды, совершенно верно. Ведь все, что с нами не происходит, это все воля Божья. То есть и человек, православный христианин, который живет в жизни, он, надо понять, что православие, мы уже очень много об этом говорили, что это не просто система каких-то отвлеченных взглядов, но православие – это суть сама жизнь. То есть это общение с живым Богом, когда человек учится общаться с живым Богом. И вот если вот замечательная такая книга преподобного Серафима Верицкого, рекомендую всем почитать, она очень маленькая брошюрка, написана в виде поэмы, называется «От меня это было», «От меня» с большой буквы, то есть «От Бога это было». То есть все, что с нами не происходит, это Божья воля. То есть это либо попущение за наши грехи, либо какая-то благодать. Для чего? Для того, чтобы сформировать человека, который станет годен для Царствия Небесного, который сможет войти в Царствие Небесное, который уже будет жить не земным умом, но будет уже жить умом небесным, понимаете? И вот это вот очень важно понять. Поэтому бесплодие здесь часто, исчерпаны уже какие-то средства, то есть медицинские, которые уже человек совершил, но бесплодие, оно может быть тоже и Божьей волей. Не только каким-то результатом физиологических неурядиц, но и физиологические неурядицы, они тоже даются Богом. Если ты не можешь зачать ребенка, может быть, тебе и не нужно зачать ребенка. Понимаете, вот какой страшный вопрос. Потому что человек, который мыслит земным умом, он думает, как это так? Я должен жениться, да, я должен родить ребенка, посадить дерево и так дальше. Если я этого не делаю, то я не реализован. Но у Бога на человека могут быть совершенно другие планы. Ну, к примеру, пример какой? Талантливый писатель, талантливый писатель какой-то, или талантливый, если у него будут дети, то он не нарисует картин много, не напишет много романов. Почему? Потому что ребенок – это полная привязка к этому миру. У тебя нет времени, мама меня поймут, которые, и папы, и бабушки, поймут. И дедушки, то есть там бессонные ночи, и так дальше, там очень много различных моментов. Конечно, то есть и ты все время на ребенка, то есть все твое внимание на ребенка. Но если ты будешь заниматься только ребенком, ты не напишешь. Может, ему Господь дал написать этот роман, эту повесть, может, ему дал Господь совершить что-то хорошее для целой массы людей. Понимаете, может быть, отец Андрей, что если, допустим, Господь не посылает детей, может быть, это для того, чтобы спасти какого-то того ребенка, который родился и брошенный родителями. Совершенно верно. То есть, может быть, это для того, чтобы принять в семью, чужого ребенка, воспитать его, сделать его своим и так дальше, и так дальше. Тут мы видим владыки Лунгина Бонченского, пример. Это Бонченное село в Черновецкой епархии, где он около 200-300 детей он воспитывает, причем он ездит специально по Украине, выбирает самых трудных детей, то есть инвалидов глубоких, которых он потом воспитывает, поднимает на ноги, и они становятся православными христианами и реализуются, ведут максимально хорошую жизнь в земном отношении и в духовном отношении.
То есть это тоже важно. Понимаете, тут надо понять, человеку вообще надо осознать, какое мое предназначение, как я думаю, как бы, что Бог имеет насчет меня, что я по его плану я должен совершить в жизни, какой я должен, как бы, я принести пользу. Ну а как же это узнать? Ну, понимаете, человек... Бог-то нам-то не скажет, ну, человек, что он человек хочет. Всегда узнает. Узнает? И Бог скажет, конечно. Он опять же скажет через какие-то события, может через молитву сказать, понимаете, всегда... Православный христианин знает вот это вот, как бы, этот момент, когда все равно Господь его подтолкнет к тому или иному шагу. Поэтому не надо отчаиваться, не надо унывать. Конечно, если есть возможность нормальными, как бы, нравственными и медицинскими средствами, которые соотносятся с нравственностью, зачать ребенка, как бы, то церковь этого не отпрещает, пожалуйста, делай. Но если у тебя не получилось, как бы, восприми это как данность, восприми как это, как благую волю Божью, которая тебе открывает другой какой-то путь. Он тебе может усыновление, может быть просто служение людям, может быть какая-то, понимаете, иная твоя стезя есть. Но, вот, как бы, и поэтому, понимаете, православие, православный человек всегда живет, он как подсолнечник, он все время ищет, как подсолнечник ищет солнце, точно так же православный христианин всегда ищет Бога, всегда он, как бы, направлен на него, он всегда знает, что Бог живой, что он, как бы, сущий, Егова, Яхве, то есть он, как бы, тот, который все время находится рядом с ним. То есть, отец Андрей, получается, что если смотреть на мир глазами через призму Божьей воли, то несправедливости в этом мире нет. Конечно. О, я представляю, сейчас там за подпустованную экрана. Несправедливость в этом мире есть, но она, понимаете, то есть попущена. Она тоже попущена. Она как бы не продукт воли Божьей, она попущена Божьей воле, потому что человек – это существо свободой выбора, свободой воли. Господь не запрещает человеку уклониться в добро или во зло, но, как бы, и человек сам волен выбирать это. Но если мы терпеливо претерпеваем зло, если мы, как бы, не то что смиряемся с ним, а отвергаем его добровольно, в этом есть воля Божия. В данном случае зло, когда человек впадет в уныние. Когда человек впадет в уныние от той мысли, что у него нет детей, жизнь закончена и так дальше, все. Вот это будет зло. Но. А добро будет, когда человек поймет, так, у меня нет детей, значит, что, Господь хочет от меня чего-то. И он, как бы, начнет искать, чего хочет Бог. И он обязательно это найдет. Это тайна, тайна единения души и Бога. Это тайна, как бы, этого разговора души и Бога, который происходит всегда. Всегда он происходит в любом человеке. И человек, который его не слышит... Даже в душе неверующего человека. Даже в душе неверующего человека. Понимаете, есть такие события, вот иногда я не могу об этом рассказать, но я столкнулся с таким в жизни, что неверующего человека Господь через многие скорби направляет к себе. Понимаете? Вот, ну. И здесь важно не оказаться слепым. Вот, и что хотелось вот сказать наконец передачи нашей, что вот еще прийти к клонированию, да? Да, есть, еще один нюанс, ну хотя бы несколько да, слов. Клонирование, то есть клонирование – это церковь против общего клонирования. То есть она против, допустим, клонирования человека. И почему? Потому что... Это попытка тягаться с Богом, создать вот, своего человека. Это как бы совершенный богоборческий акт. Совершенно верно. То есть это человек хочет быть как Бог. Ну, и в итоге это принесет, как бы, в общество страшную сумятицу. Во-первых, ну, представьте, надо создать армию солдат. Вот они клонировали там 300 тысяч Брюсли. Ну, понимаете, клонировали 300 и так дальше, и так дальше. Это война. Ну. Во-вторых, как бы, клонированный человек может оказаться с... может оказаться братом собственной матери. То есть смещение вообще полное кровнородственных связей. Но получается. Это катастрофа. Но это социальная катастрофа. Это приведет к глубочайшей деформации психики. Но церковь никогда не была против частного клонирования. Например, борьба с раком, да? Клонирование, как бы, определенных клеток там, печени или определенных клеток, как бы, там, ну, другого какого-то органа, чтобы излечить рак. То есть, пожалуй, это можно. Но это совсем другое. Это совсем другое. То есть это как бы частное, как бы, такое
наука, и здесь наука может... Это идет на благо и на благо. Выздоровление. Всегда надо основываться на морально-нравственном законе, который вложен в человека Богом. Он встроен в каждого из нас. Вот если мы, допустим, почему человек, который даже, пусть он маловерующий, но он, совершая добро, чувствует что? Чувствует радость. Совершая зло, он чувствует неудовлетворение. И даже пусть он воспринимает зло как добро, но все равно в нем будет глубокая сумятица внутри. Поэтому всегда я обращаюсь и к верующим, и к маловерующим людям. То есть всегда надо, если вы верите по православному, это хорошо. Если не верите, это ваше дело. Но всегда основывайтесь на морально-нравственных, этических нормах. Эти вековые нормы – это не оковы. Это тот геном, который выработал Бог для человека, для того, чтобы у человека было здоровье, для того, чтобы род человеческий и само человечество продолжалось в веках. И для того, чтобы оно не иссякло. Отец Андрей, извините, что я вас прерываю, но, к сожалению, времени уже совершенно нет, мы должны выйти из эфира. Друзья мои, сегодня у нас был настоятель церкви святого мученика Иоанна Воина и иерей Андрей Чиженко, и мы говорили о таких серьезных вещах, и я думаю, что хотя бы несколько слов, но каждый из вас услышал. А главное, не надо надевать на себя самодельных крестов. Це була розмова на тему. На все добре.